Это самый жесткий отряд, который я видел в своей жизни. Санчо, свинку, яблоко, а я чай пью. Классно. Я тоже не знаю, кто. Я вот не знаю, это кот, арбуз, лягушка я. Ладно. И терминатор. Мать моя женщина, что за отряд сегодня? Ну, я не знаю, вы так, Рома Яблочко, как вот ты вот это вот это? Фух, надеюсь, мы сегодня выживем, ребята. Всем здорово, у нас сегодня лабиринт. Ну что ж, начинаем раунд. Сегодня я счетырю, боже мой, надеюсь, правильно сказал, я не могу. Счетырю, вроде правильно сказал. Сегодня... Ну что ж, нажимаем на этот рычажочек. Оп, блин, нажмите на рычаг! На рычаг нажмите, на рычаг нажмите, на рычаг! На рычаг нажмите, я там не нажал. Там, нажмите на него, он сейчас должен спамить. Гарик. Нажмите на рычаг, говорю! Нажмите на рычаг, я говорю, вы что, глухие, что ли? Рычаг включите, алло, хелло, жаль? Подожди, он не работает или чё? Ёптень, ёптень! Почему они соспавнились в тот момент? Господи, мать моя жизнь, у меня ещё сердечный приступ не случился, я вам отвечаю, ребят. Она у меня ещё на 8 минут, но я одну банку взял вот эту. Бутылек. Там уже Рома яблочко грохнули, Apple грохнули. Жаль этого, конечно, этого добряка, там уже бегут. У меня элитры, у меня элитры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Они все за мной! Ой! О! Нифига, я прям перед ними заспавнился. Привет! Привет! Как дела? Так, Макс, мать моя женщина. Вот, господи, вот я не понимаю. Какие люди в Голливуде! Боже мой, сказал, что не будет, но сегодня пришел на запись. Ура! Привет! Все, пойдем. У меня пропало! Нет! У меня пропало. Это очень грустно, ладно. Окей, на. Окей, у меня не получилось. Обануть. Я забыл, что когда ты выбираешь, что у тебя исчезают все эти эффекты. Так. Ой. Пас, сука. Господи, что вы там выпад? Вы на элитрах? Это они на элитрах так летают. Так. Про. Привет. Я бы тебя толкнул, но ты не возле. Это обрыва стоишь. Так. Давайте ждем всех. Капибары пока сюда не бегают. Сегодня мы, кстати, убегаем только от капибар. Я не знаю, почему я так решил, но я так решил, потому что где-то год, наверное, назад я тоже убегал от капибар и решил это повторить. Я 6 капибар прошел. Жесткий, так вам сообщи. Так. Ладно. Что это, что мне подают? Сеть! Вот говорю, сам летать. О, боже. Кинг. Кинг. Кинг, походу, все, да? Ладно, окей. Окей. Что у меня только что сообщение появилось, я, если честно... Ладно, не буду делать вопросы, так что просто Кинг покинул игру. Так, господи, что вы нахрен вы друг друга толкаете, нахрен? Зачем тут? Вот кто? Вот чё? Кто ты? Кто друг друга толкнул вообще? Я бы тебя столкнул, ну ладно. Столкнул все же. Да. А элитры тебе для чего? Вот можно вот так было сделать, и ты бы, наверное, бы, возможно, бы выжил бы. Да. Ладно, я не буду тут долго ждать, так что полетели. Оп, блин, не успел. Блин. Ой, ё-мо. Так, здесь нужно как-то добраться, да? Ах, господи.
Я телепортировался к моему яблочку, так дождь этот гребаный. Блин, я сейчас отключу, короче, чтобы дождь не было. То он мешает там. Кстати, ребят, сегодня стрим 16:00 по казахстанскому. Все приходите, всех жду. Будем снова проходить Грэнни, я надеюсь, я ее пройду. Почему мне не... О, боже, короче, баня, меня почему-то не выключается. Так, чё вы там? Так, там этот дедок бежит. Отряд самоубийц. О, наконец-то. Я термо жду, ребят. Знаете, я термо жду, думаю. Где он так? Все, о, полетели. Ё-ё-ё. Я хочу понять. Короче, я сейчас сделаю. Сейчас, ребят. Сейчас мы все сделаем. Макс думает, вот. Ага, Макс, сейчас. Сейчас мы ему устроим. Ой, не туда. Все, подожди, я сейчас блоки наберу. Сейчас я блоки наберу. Да блин. Что такое нафиг? О, кто присоединился? Это крыса! Он просто там нагло засел, это нечестно! Окей, я тоже туда засел. Окей. Мне никто тоже не запрещал. Все, я тоже тут сяду. Все, я тоже тут буду. Мне сейчас нужно. Блин, я блок. Че, ребят, все сделаем. Ребят, кстати говоря, завтра выходит серия в Живом океане. Предпоследняя серия. Ребят. Возможно, ну, не знаю, посмотрим. Я не знаю, победили ли мы хера быть, но надеюсь. Так, все. Это мы сейчас ломаем. Ломаем. Ну а кто как бы мне запретил? Макс тоже будет, я тоже буду. Так, я тоже буду. Все, пацаны, я вообще ничего. Заны капибары, привет. Привет, Макс. Оп. Ой. Тихо. Хоп! Паркур! Оп, быстрее. Они сюда бегут! Не-не-не-не-не-не! Тихо! Эй, иди отсюда! Иди давай, догоняем его! Ворюга! Иди отсюда, грабитель сюда пришел. Выходи отсюда. Все, мое место. Давай. Так, сюда видно, сейчас еще кто-то спустится, да? Угу, вот он. Это мое место, пацаны, тут сюда нельзя вообще залазить, сори. Сюда сейчас залазить мне нельзя, и вообще, и вот это все. Это мое место, я вообще тут тоже, все. Макс читер. О, привет. Оп. Спасибо. Вот как они сейчас меня достали, мне вопрос. Блин, я как сам сразу правило, что на стенке залезать нельзя, но... Ладно, окей. Они залазят, я тоже буду. Так, короче, Макс снова читерит, я сейчас тоже к нему заберусь. Я тоже сейчас к нему заберусь. И столкну его. Дерма хлопает что-то там. Кому-то хлопаешь там. Все тут сидят. Кайфуйте, да, пацаны? Кайфуйте. Так, сейчас мы все сделаем. Чисто спидран. Просто, да, я соглашусь, я изверг там. Соглашусь, это было бы... Это очень было сейчас, да. Господи, так, мы сейчас, короче, окей, я его сейчас тпхну. Вот она. Круто, Макс. Ха-ха.
Это, ребят, блин, мы просто бегаем по стенкам, бегаем под капибар. Бар, кстати, какие-то слабые, хотя ни хера они не слабые, они убивают прям. Они прям... Понятно все, смотрите-ка. Смотрите-ка! Я крысы. Вонючие просто жулики. Просто жулики, это мое место. Я ее создал. Вы какого хера тут лазите вообще? Вылазь отсюда, вылазь. Все. Так, короче, давайте, знаете, что я сейчас сделаю. Я знаю, что я сейчас сделаю. Загрузить это будет вообще, но я вообще, ребят, просто. Все. Ну что? Сегодня я убийца. Ой, мать моя женщина. О, привет. Как дела? Вылазь давай. Оп, все. О, привет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? У меня топор. Блин, я сегодня просто их троллю. Блин, пацаны, извиняюсь. Соглашусь. Вот они крысы, они тут. Блин, я эту нычку уберу, отвечаю, ребят. Я эту нычку уберу. Она. Видите, они читрят, они сюда садятся и все. Эту нычку надо будет убрать. Иди на спавн. Давайте сюда ко мне. Давай. Чего вы убегаете? Вы думаете, его такое? Все. Опа, сюда кто спускается или не кажется? Нет, не забираю. Блин, это пипец, ребята. Сегодня прям серия прям такая вот веселая. Я всех убиваю. Сейчас спокойно. Так, ладно, давайте тут вылезем. Сейчас нужно набрать. Привет. Я тебе не мешаю, да? Ура! Иди сюда! Все, ребят, ждем их тут. Ждем. Не, в этот раз он решил сюда не лезть. Ну ладно. Так, опа, кто-то сюда бежит, да? Я эту нычку уберу, потому что, видите, они читерят. Пап! Иди сюда, чё вы сюда влазите, на! Всё, убили! Просто, вау, я же монстр, я сейчас убиваю. Я люблю. Оп! Блинский, я чуть не заниматерился, чё, господи. Привет! Как дела у тебя? Я еще добрый! Иди нахер! Бьем! Не, все, это война против капибара, ребята, это война против капибара. Я буду сражаться, иди нахер! Все, давайте, смотрите, вот они опять засели туда, вот чего они, а? О, давай туда, давай. Иди туда, давай. Во, иди туда, давай. Ой, нафиг. Ой. Я эту нычку уберу, они сюда прячутся. Это нечестно. Почему я создаю нычку, они сюда тоже лезут? Это моя нычка. Это вообще, ребят, я сегодня всех убиваю. Все мешаю. Я же вообще, ребят. Я еще добрый. Привет. Ладно, ребят, думаю, пора заканчивать серию, потому что, ну, дальше просто... Мы просто тут убиваем, я, ну, в смысле, я убиваю, да. Мать моя жична обосраться. Все, ребят, всем удачи, всем пока, ссылка на мой телеграм в описании. Там вся информация, я выкладываю моды. Всем удачи и всем пока. Да, вот, и свинка вам тоже передает пока. И он говорит, что вы подписались на канал вообще, вот, да. Вот посмотрите на его глаза, он же милый, он вот. Ладно. Соглашусь, тупой байт. Ладно, всем пока.